Всем привет, друзья! Вы на канале Братья по играм. И сегодня мы посмотрим игру, которая стоит на данный момент 37 рублей. Такая цена будет доступна у нас до, если не соврать, до 25 числа. Поэтому, друзья, если вам нравится данный жанр игры, игра называется Insurgents. Ну, многим, скорее всего, эта уже игра знакома. Кто-то в нее, конечно, уже в нее и играет. Но вот те, кто еще не приобрел, кого смущала цена, скажем так, да, или кто еще раздумывал, то сейчас самое-самое время ее приобрести. Как я уже сказал, она стоит... Блин, идет противник. Она стоит на данный момент 37 рублей. Это вообще смешная цена, на самом деле. Вообще смешная, то есть... Ой, кто-то по мне шмальнул. Ах! Обошли. Да, цена на самом деле смешная, друзья. Вот буквально ее пару дней назад приобрел и не жалею. Для тех, кто любит Battlefield, Counter-Strike, игра просто замечательная. Она, конечно, более хардкорная. Отличный звук, отличная графика. Не знаю. Прекрасные боевочки такие проходят. Очень-очень-очень, друзья, игра затягивает. Поэтому у вас есть шанс приобрести данную игру за копеечки. Я думаю, что стоит воспользоваться. Так, ну давайте немножко покатаем, буквально пару минут. Это вот я исключительно создал данное видео для того, чтобы просто вам показать, что есть такая игра с такой ценой. Ну а дальше вы уже, конечно, сами думаете. Хотя что тут думать? Вообще даже нечего думать на самом деле, друзья. Потому что... Ну, даже для тех, кто курит пачку сигарет, наверное, не купит или бутылочку пива. То есть, поэтому, ребятки, смотрите. Я в нее реально игра затягивающая, друзья. Просто затягивает. Так, ну мы сейчас подошли, в принципе, к базе противника. Такое вот вообще, на самом деле, противнику допускать нельзя. Но они этого, тем не менее, друзья, допустили. Давайте попробуем здесь сейчас как-то их подловить. Давайте немного... Откуда? А, вот. Немного расскажу для тех, кто не в курсе, что за игра. В общем, игруха чем-то напоминает, конечно, Battlefield. Однозначно ее можно сравнить, конечно, то есть здесь разные есть, присутствуют разные режимы игры, то есть захват точек, натиск есть. В общем, много-много. Углубляться я конкретно не буду в каждую. Вот. Но сходство с Battlefield однозначно есть. Единственное, что это такая более хардкорная все-таки игра. Здесь, скажем так, попадание намного критичнее, то есть буквально одно попадание и вас накрыли. Вот. Поэтому здесь нужно, конечно же, играть аккуратнее. Вот меня сейчас РПГшник просто снял. Ну, ждем следующую волну. Через 30 секунд следующая волна будет. У нашей команды, кстати, сейчас 2 волны осталось. У противника 5 волн. То есть противник, конечно, имеет преимущество. Ну, такое дело. Поэтому, друзья, еще раз повторюсь, игра стоит на данный момент 37 рублей. Друзья, это меньше доллара. Вот, и данная цена будет доступна еще до 25 января. Поэтому, друзья, если вам не жалко 37 рублей, то я думаю, стоит ее добавить в вашу коллекцию Steam. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Всем, друзья, хорошего настроения, интересных игр, ну и самое главное, побед. Всем до новых встреч. Пока.